20 марта 1942 года Тульский городской комитет обороны принял постановление. В нем говорилось, что в целях усиления обороны Тулы необходимо построить дополнительные оборонительные сооружения на подступах к Туле и в пределах города, мобилизовать на строительство трудоспособное население. За предприятиями Привокзального и Зареченского районов было закреплено юго-западное направление от шоссе Москва-Орел, юго-восточное – за рабочими Центрального и Зареченского районов Тулы. Тульские заводы должны были выпустить несколько тысяч единиц строительного инвентаря, а также 1100 противотанковых ежей. До победы оставалось 1146 дней.